От иллюстрации детских книг до монументальных скульптурных проектов. В республике объявлен прием работ на соискание государственной премии имени Габдуллы Тукая. На нее выдвигаются произведения литературы и искусства, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры. Их необходимо предоставить до 15 февраля. Напомню, премия была учреждена в 1958-м. За всю ее историю награду получили десятки писателей, поэтов, художников, скульпторов. По традиции ее вручают в День Республики Татарстан.